Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Недавно я в своей сообществе выложила фотографию вот такого красивой, вернее, вот такой красивой короны. Она у меня идет с пушочком для моей принцесски. Я сделала на день рождения своей дочурки такую корону. И многие захотели увидеть мастер-класс по ее изготовлению. И сейчас я вам покажу, как я ее изготовила. Итак, вот такая красивая коронка новогодняя с пушочком. И сейчас я вам покажу, как ее изготовить, что нам для нее понадобится. Итак, для изготовления нашей короны нам первым делом понадобится фоамиран с глиттером. Он у меня без клеевой основы. Вот такой серебряный мы сейчас делаем корону. Итак, серебряный фоамиран. Еще я вам покажу, как сделать вот такую заготовочку короны. Я ее сделала сама, но очень много этих заготовок есть, как шаблончики на Алиэкспрессе, на любых сайтах, очень много ее. Итак, смотрите, ну сейчас я вам расскажу, как ее сделать, но я показываю, что у меня есть вот такой шаблон короны. И вот этого шаблона короны, кстати, нам подойдет вот на одном, с одного листа у меня будет 4 короны. 4 короны у меня получается с одного листа. Очень экономно, кстати. Теперь нам также понадобится обруч. Я беру обычный обруч, железный, обмотанный атласной лентой. Вот я беру беленький, 5-миллиметровый, обычный тоненький обруч. Хотите побольше, можно сделать побольше обруч. 2 фетровые основы нам понадобится. Одна вот 6 сантиметров и 5 сантиметров, даже, наверное, 5,5, она больше, она где-то 5,5. Не побольше, небольшой, вот одна чуть больше, другая меньше. Вот так обязательно надо, чтобы было. Также для отделки нашей короны, вот видите, у меня тут полбусины. Серебро с розовым будет прекрасно смотреться. Нам понадобится полбусины. Вот у меня 0,8, то есть 8-миллиметровые и 6-миллиметровые. То есть побольше диаметр я на кончик, поменьше идет по краешку именно наших таких треугольничков на короне острых. Вот такая у меня стразовая шина. Ее я использую для декорирования самого ободка. Ну и самая главная часть, это у нас вот такое перьевое бо. Я покупаю их на Алиэкспрессе. У меня они также есть в продаже в моем интернет-магазине. Можете зайти, ссылочка есть в описании видео. Вот такое красивое бо. Я буду использовать вот такой все равно светленький оттенок. Они продаются, кстати, по 2 метра. Ну, правда, вот этот оттенок уже метр. Я взяла себе немного. Такой это перышко марабу. Такой он даже не перышко, а пух. Скрученный на веревочке. Вот, вот с одного конца его как бы не очень видно. Вот я покажу вот с другого конца. Вот тут такое идет. Оно скрученное. Очень красиво, когда даже его разрезаешь на кусочки, оно дальше не расплетается, вот так и остается. Очень удобно и хорошо. Вот такое перышко. Ну и, в принципе, все. А, ну, тут я использовала, смотрите, еще у меня есть помпончики. Ну, впоследствии, когда я приделала перышко, их практически не видно. Поэтому сейчас я их даже не буду ставить. Ну, приступаем к изготовлению наших короны, ну непосредственно сейчас шаблону. По шаблону рассказываю, смотрите, основание короны у меня идет вот 3 сантиметра, ну не основание, а вот 3 сантиметра, вот у меня идет вверху, это основание как бы треугольничка вот короны, 3 сантиметра у меня идет от короны до начала остриёчков, то есть я, видите, она у меня немножечко изогнутая. То есть где-то буквально на сантиметр я отметила. Я сейчас даже покажу. Вот у меня
не промерила, вам не показала. То есть вот от начала до конца вот у меня около 17 сантиметров. И чуть-чуть изогнула. По 3 сантиметра у меня еще одна такая была дуга. Но сначала я, конечно, делала не твердую, а на листе обычной тетрадки в клеточку. Потом вырезала и перевела это. Отмечала, разделила на 6. Тут впоследствии чуть больше было, я продлевала. Поэтому у вас чуть меньше, к примеру, 15. И очень легко на 3 разделить. Ну, тут у меня 6, получается, корон. Ну, 6 стрелочков. То есть делите поровну. Высота, то есть 6, девочки. Очень легко и просто ее сделать. Это просто кажется сначала ой-ой-ой. Абсолютно ничего сложного. Основание я делаю чуть закругленное. Видите? С этой стороны закругленное и с этой. И сейчас мы прикладываем. Вот у меня как раз шаблон. Смотрите, он идет четко по ширине листа, даже чуть-чуть остается. То есть теперь я вырезаю, обвожу и вырезаю. Вот я вырезала нашу корону. Теперь мы ее соединяем и склеиваем. Вот поэтому нам тут чуть больше надо было. И вот на него мы как раз приклеим. И у меня получается так цельная корона. Впоследствии, когда будет пушок, нам этого ничего не будет видно. Если пушочка нет, ну, можно сделать такую юбочку воланчиком из органзы, из любой ткани. И все это не будет видно. Так, вот наше основание. И вот маленькая фетровая основа у нас четко по этому кругу. Поэтому мы ее сейчас вот так подклеим. Подождали. Аккуратненько. Мы ее придавили, и все хорошо. Предлагаю ее сразу оформить нашими бусинками. Это бусинка у нас 0,8. Как раз 6 штучек достала. И бусинки у нас идут 0,6, но все равно они мне удобнее вот так. Так. На основание вот нашего уголочка я приклею вот такие бусинки. То, что тут чуть-чуть уголочек сверху, видите, торчит, ничего страшного. Мы ее сейчас вот так приклеим. И вот так его обрежем. Готово. И вот теперь маленькие внизу одна бусинка. Ой, убежала. И теперь еще одна и еще одна. Вот так. Точно так же начинаем с другой стороны. Сначала внизу. И здесь 2.
подравниваем, чтобы они не выступали. И вот так я оформляю полностью всю корону. И вот готова наша корона. Вот так я ее украсим. Ой, убежала. Такая красота. Теперь, девочки, берем наш обруч и вторую фетровую основу, которая побольше. И смотрите, как вам удобно. Делайте ровно корону, делайте чуть на бок. Я делаю небольшой бок, так, небольшой. Поэтому я сейчас проклеиваю так через всю основу и такой небольшой на бок. Внизу фетровая основа есть. Теперь наша корона приклеиваем к этой фетровой основе, и у нас остается небольшой зазор. Так и должно быть. Вот теперь наносим клей. И вот там, где вот у меня шов, я, в принципе, подклеиваю вот к бочку, туда, вниз. На бочок и вниз. Так, хорошенечко теперь прижали. Хорошо придавили. И подождали, пока высохнет. Вот такой в придавленном состоянии. Вот она уже у нас подклеилась. И вот у нас небольшой зазор. Девочки, можно... Тут немножечко, видите, отклеивается. Поэтому она как бы округленная. Получается ободок. А корона-то у нас ровная. Либо можно чуть-чуть основание там подрихтовать, чтобы удобнее было. Ну, либо подождать. Вот оно сейчас все схватится. Ну и теперь самое красивое. Я сейчас немножечко, чтобы тут в клей не вымазать, возьму. Вот, где наш? Вот у меня мой кончик. Чуть отодвину. И теперь самое красивое. Начинаем приклеивать нашу корону. Пух. Наношу вот так клей. Не спешите. И вот так хорошенечко и ждем быстро. Там идет веревочка, вот он по веревочке, и вот так полностью сейчас вот он у меня по коронке вокруг мы приклеиваем пушок. И вот такой у нас уже получается вот такая внутренняя часть, вернее, изнаночка. Видите? Идет. Ну, девочки, конечно, я опять немножечко неправильно сделала. Прежде чем пух приклеивать, нам нужно было на ободочек приклеить вот так сразу вот в один рядочек цепочку. Ну, теперь мне это немножко будет сложнее, но я ее сейчас приклею. Вот я его подклеила. И теперь самый последний штрих. Берем зажигалочку. И чуть-чуть вот так выкинаем. Чтобы вот так, видите? И вот так. И у нас получается вот такие выгнутые, красивые. Кончики нашей короны. И вот такая корона у нас получилась. Такая красота для наших принцесс. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. До свидания.